А оружие-то где? Товарищ Штирлиц? Да, так точно. Короче, они от шахты едут на север. В смысле? От шахты? Поднимаются наверх, уже поднялись. То есть к нам? Ну они наверх едут, они сейчас возле шахты крутятся. Они чисто вот наверх едут. Там вот, знаешь, это высота 24,92 от шахты идет на северо-запад. Вот это вот, они вот к ней, по-моему, едут. Но у них это тяжко сейчас, скорость низкая.
Короче, у меня не открывается рация, хотя она у меня есть в инвентаре, я перезахожу, пацаны. Давай. Так. Так, а у вас ствол есть какой-нибудь? То у меня в этом бардаке, кстати, ящик выгрузить, а можете схрон, там взять. А ты схрон рядом же был, нет? Пас? В ящике... Короче, там медицина в этом есть, в ящике. Оп, что за стрельба? Аллах и лала. Нет бога, кроме Аллаха, студент. Все равно не работает рация. Походу надо в арму перезаходить. Короче, господа, они сейчас будут. На две. На горе. На горе. Че. О. Мой любимый ствол. Они на высоте, они как раз напротив Фалара сейчас, на горе, напротив Фалара. Напротив Фалара, против всех карты. Так, если я в прямое соединение поставлю, уже на всем поставится, кто рядом же, да? Или... Да. Зеленая метка да. Моя видна тебе? Да, видно. Вот, они там сейчас едут. Сюда на нас едут. Вот так они движут. Все, давайте встречаем их. Быстро все на горы. Новую метку поставил. Так. Да, давай сейчас разверну. Хотя бы завези, вези мне этот портаки, я все равно с контента. Стреляй, так если вижу, там сам дальше сам. Че, на гору заедем на ночь? Давай, давай. Че, локает, гад. Он прям здесь. Здесь, здесь. Вдоль по склону едут.
Пошел. Что это? Откуда это? Ко мне, ко мне. Короче, он там, где метки стоят, там он стоит. Да я пойду ствол возьму хотя бы. Студент, сейчас где-то студент, у него КВ не работает. Вот, забери у него. Не надо никуда. Откуда ты? Ой. С камней вон спереди. Ты был? Чуть-чуть. Зачем? Все, ты передал рацию? Да. Я могу еще ствол тебе отдать, я пойду за ручку, что-то я со скейтингом не работаю. Так, ладно, я, короче, пошел вниз. Какая у нас там частота была? Так, 130, сейчас скажу точно. 130. Да, 130. Он меня отошел. Так. Короче, уезжает Парафавар, проехал вниз на юг и 200 по дороге. На юг, пацаны, все. Забиваем на север, берем машины и это... Объезжаем. Медик, есть он? Гранату кинул. Ребят, не подходите к этому машину, господи. Кто-нибудь может подойти? А ты где? Я вот рядом возле вас сейчас подойду. Это Вася, я просил наминировать труп. Нафига было минировать труп? Блин, Антон, ты это знаешь, как я сказал, мы уже все сделали. Зачем? Возле мечети стоит. Слышу, я вытащил все, что... Нет, я вот бегу на камни. Разница. Короче, стою на дороге возле этой. У меня медицина есть. Могу чем-то какой-то. Что ты едешь? Меня, пожалуйста. Блин. Давай уйдем отсюда. Могу вколоть морфин. А, да, у меня скид не так, да? Нет. Не, вот. Быстро по машинам. Паша. Фирузабаде. Фирузабаде, все, надо Фирузабад. Так. Напрямую Фалар. Смерть. Объезжать не очень. Давайте поедем, что-то. Что-то он едет куда-то. Вообще вправо. Тихо, на дороге машина. Там прям на нем стоит. Можешь просто левый. Справа или слева? Ну он прям на нем стоит, можешь по левой. Знаете, у меня сейчас чувствую, что сейчас миссия закончится без нас. А машина едет прямо к красной границе. Да? Дистанцию держим, вдруг мы сгорим. Аллах с нами. Так и повернуло. Проехал Фалар, повернул на дорогу проселочную на юг. Противник слева! Да газу. Убил. Они вообще даже не поняли. Не в кашу. Ребят, там наверху два Урала стоят, смотри.
260. Они вот тут расстреляли мотоциклиста. А, вижу, да. Мы едем? Да, давайте. Ну, тут... Сейчас, сейчас, стой, да я залезу. Да. Идите, Аллах с нами. Конечно. Да, видишь, мы уже сходим. Поэтому убиваем. Метку обновлю. Кадыровский спецназ. Паша, ты слепой? Да, упашу на 5 минут, если не надо, то пусть не надо. А. Проехал Анар, едет по дороге в сторону Востока. А взять GPS есть? Да. Мы как примерно едем, если что? Ну, говори, где мы примерно, то я что-то вообще не понимаю. Понял. По Вару подъезжаем. А оно, они в Фаларе, да? Сейчас можем повернуть, сейчас можем повернуть. Налево, направо. Там еще... На, так, что там у нас будет? Ну, удар по Вару, да-да-да, вот сюда. Тихо. Что такое? Что-то... Как ты застрял? Нормально. Ты там, что за машины меня испугали? Вот тут, да? Правильно я говорю? Да-да, мы сейчас как раз мимо схрона проедем, которого нет. Которого нет? Там в ящике только медицина была. А, это ты его загрузил, да? Да, я его загрузил. Мы будем, мы как, хотим догнать или впереди оказаться? Ну и... Лучше, конечно, впереди. Если впереди, налево тогда сейчас поворачиваем. Прям вот куда? Вот сейчас до упора доедешь, поворот будет налево. На дороге поворот следующий дорожный или... и газу, газу, мы можем не оказаться впереди. Сдачу у них до базы надо доехать. Тут Саня говорит, что он не перезарядился. Да ему просто выжить, он не может, он как это, как белка в колесе, как хомяк в Макларене. Выбраться не может. Так, куда? Налево, лево, 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 лево. В смысле нету дороги? А по дороге едет? Ну вперед, вперед, вперед. Давай. Первый поворот. Да, да, да. Налево? Где? Да. Тут. Ну, где? Сейчас будет. А, увижу. Лево. А они где получается от нас? Мы сейчас догоняем их. Они нас параллельно курсе. Блин. Что-то как-то... Это я как не то, что я ожидал. По дороге, газу, 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 газу. Вдоль пересмотрел просто какого-то не они уже до перекрестка заехали. Че? Ольга, куда ты помнишь? Это трудно. Перекрестка. Ну там следующее. Сейчас будем смотреть, куда он поедет. Ой, что-то он сейчас, по-моему, не туда поедет. Короче, он Тимурковая. Лезет на гору, зараза. На гормору что ли? Нет. Солнце прямо в глаза. Ничего там не. Не важно, не важно. До города едем. Он в гору лезет. Зараза, зараза, в гору. Зачем ты лезешь? Ну, короче, корректирую, куда есть, что поворачиваться. Да-да-да. Ну, вот сейчас город будет. Мы сейчас подъезжаем к городу, и вот за ним, за городом, сейчас даже скажу тебе азимут, от нас будет. А, это будет на 140 за городом. А. Даже на 100... На гору лезет. Так, что горит? Да это баганулись машинки эти бисовские. С... Вот, вот, все, мы здесь. Мы здесь. Ну, он на горе где-то. Понял. Метку.
Давайте я зачем. Где-то 170. Надо подняться. Это, наверное, 120-130 он сместит. Ставь он машину. А мы ноги. Ну, гараж. Вижу. Блин. Сейчас накроют. Погоди, мы ТНК. Азимут, да. Карыч. Да Карыч, ты дурак. Кто он меня увидел, я за ним. Азимут. Сто, он уже спускаться начал. СВД наш? Да. Сейчас движется строго на юг. Ой, строго на север. Строго на север движется. Зоник, это ты с трубой? Нагрей противник. Да, еще. Я дымаю. Модно задымаем, да. Паша живой? Да. Держись позади. Я кому-то там в голову, по-моему, стрелял. Вот кто сейчас дыму поднимается? Чуть-чуть. Солнце прям в нас. Скат, 40! Он на дороге смещает. Надо в обратных машинам вообще на дорогу едет. Да, он к дороге смещен. Бегом. На 40 же. К машине. Вниз на 300, вниз на. Да, там у вас есть. Там у вас есть, можно быстрее передвигаться. У дороги сместился. 300 метров. Черт, у меня усталость, я не могу. Уже почти все сбросил. Уазик, возьми, главное. Все, он на дороге, на севере едет. Что такое? Гармарут едет. Сколько у нас еще времени? Не знаю.
Паша, где ты? Какой-то трактор перевернутый валяется. Иду шагом к Вазику. Так, он в гармороде. Кто там? Так, гармороде. Машины и сами едут. Он на севере, на севере. Он нет, в гармороде. Там два города на Г-восточный. Ну, вот, вот в углу, в нижнем. Сейчас, короче, на да, севере. Да, канал ставь, просто не такие все. А кто в базе, ребят? Уже поздняк, и сам в В север, в северное направление, в северное направление, видишь? Класс, там море машин, давай. Он в Эмарат едет, в Эмарат едет. У них там пехота, что ли, бесконечная, постоянно где-то засаду устраивает. Нормально, мне миссис понравилась, неважно уже как это называется. Сколько у нас времени? Ровно север. По дороге идет, да? По дороге, по дороге, да, по дороге. Да не важно, господи. Проехал, проехал. А, что там, Эмарат проехал. Движется в постам. Сейчас налево будет поворот. Ну, короче, основная дорога бетонная. Бастам едет, бастам, как поняли, бастам. Че это такое, че это такое? Пофиг. Где, где? Не важно, не важно. Все проскальзываем, не останавливаемся. У нас наша цель едет. Музыка из этих. Какого? Из. Безумный Макс, короче. Вам же видно там, в транспортном канале? Так, ага, видно. Догоняем, по идее, да? По идее, оно не должно ехать 100 километров. Как-то погоня, погоня, горячий крови. Погоня, погоня. Чё ты тормозишь? Едь давай. У меня эффект атомы. Бастами, короче. Ходи, ходи. Тапка в полу! Быстрее не можем. А ну ты все еще там остановился, да? У вас там едет. Еще не приехал. Продань, план действий, обгоняем, останавливаемся, раз так делаем. Да. 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 О. Да, Паша не добанит, да? Будем надеяться, что нет. Автоматический бан. Не, у меня, знаете, монетизация отключена, они вроде как не сильно за это. Ну как? Ну давай. Ты еще не доехал? Бастам доехал. ФСБ, нам без, без вариантов. Нам вообще. Так точно. Слушайте, он, по-моему, в Ализар едет. Не-не-не, что-то мы там не дошли. Вас там уже не дошли. Или ты про них говоришь? Я про них говорю. А. Они в Ализар, по-моему. По дороге? Не давай, по дороге. Ехай. О, так мы уже доехали, отлично, честно. Направо, да? Направо. Они как раз сейчас будут впереди, впереди сейчас как раз. Давай, 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 давай. Следующий поворот. На гору поехала, она на гору поехала. И нам давай на гору. Вот сейчас поворот будет, там налево сразу. Вон она, вот она. Справа? Да, слева, блядь. Наверху, наверху, наверху. Стоп, стоп, выходи! Есть РПГ? Нету, кончилось. Один там остался. Блин, я ранен, перевязывай. У меня этот, сетчево есть.
Давайте, он улазит. Простите вперед. Она чисто едет на запад. На запад едет. Аккуратнее, пацаны, аккуратнее. Калаш свой. Да. Свой, свой. Загоняй, загоняй. Свои стреляют? Туда грызаются. По мне лупят. У них там бесконечный спаун пехоты. Ставлю уже в общей метке. Метки луплю в общей. Все, весь борт без колес не уедет. У меня с этого я сейчас заложу. Да, пи***. Винял. Рядом в кустах, не примите меня. Рядом с ним. Там подходить можно к ним? У тебя есть шинзрот? Нет. У меня не стача, у меня этот, противопехотный клаймер. Вроде чисто, давайте взрывать. А то нет, не. Давайте еще стачем по красоте, где Паша? Иду подходить. Давай, клейм. Лучше правда борта надо было. Да, подрыв ставь на взрывой, типа, ну вот, понял, да? Все, подходим. Я пуст. Че, гранаты кидать, нет? Кто устал? Астоник багаизит опять. Астоник баг. Да я думаю, у меня гранаты обычно. Отойдите от скана. Давай. Переброс. Кукол, если я неправильно кинул. А, если гранаты. Из него канистру и попробуйте поджечь. Дайте мне нормально. РПД-5 нормальная граната, нет? Да, давай сюда. А ты где? Я, перед кузовом стою. Нет патронов у него, Лоджик. Фейл. Да. Маме кидайте, может, поломать. Ну я не знаю, это будет жить. Отойдите, грена. Отойдите. Да вы чё? Чуть назад. Отходи. Да короче, победа, чё? О, отлично. Не-е-е.
Вообще крутая миска. Да, офигенно. Отлично. Мы вообще вас догоняли полчаса. Вверх.